Всем привет-привет! Сегодня мы едем на очень интересное мероприятие. Это Подильский шук. Там будет смесь и креатива, и винтажа, и много всего очень-очень интересного. Беру вас с собой. Ну, а вы не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, берите чаёк, кофеёк и наслаждайтесь. Не забудьте, что ваша подписка – это небольшая благодарность автору видео. Мы приехали. Спасская, 36, дробь 31. Подильский шук. Вот такая атмосфера. Весело, здорово. Здравствуйте. Возможно, знятий. Ось такий гарний столик перший нас зустрічає. Дякую. Це прикраси з порцелянових намистин. Вони сережки, уси, кольори, які тримають форму. Такі мінімалістичні прикраси. Дуже багато всього різного на різний смак. Ми взагалі благодійний фонд шиємо адаптивний одяг для важкопоранених бійців. І все, що тут представлено на сьогоднішньому ярмарці, за величні кошти будемо шити цей одяг. Ми його безкоштовно передаємо лікарні, стабілізаційні пункти за індивідуальними запитами. Тобто, будь-купуючи у нас будь-що, люди таким чином додатковано до будь-що. Намальована художника, яка прикріплюється на одяг кнопками, прибрані її можна зняти, після прибрання її можна одягнути. А ще величезний бонус, що можна додатково намалювати картину і носити одну футболку і декілька картин. Супер! Якщо маючи одну футболку, то її будувати начебто не одна. Клас! Вот такая атмосфера Подильского шуку. Громкая веселая музыка, но YouTube не пропустит. Видим много виниловых пластинок, винтажных, очень интересных. Но винил нынче в моде, и он не дешевый. Много мыла ручной работы. Вот в шапочках забавная форма, смешная. Присмотритесь. Я зараз вам покажу. Клас! Интересные открыточки, компьютерная распечатка. Нежные. Интересного мыла ручной работы. А вот это, смотрите, какие интересные авторские пазлы. Такое я вижу впервые. Очень интересно. Вообще атмосфера просто потрясающая. Жаль, что нельзя оставить музыку. YouTube не пропустит видео. Музыка такая ритмичная, такая веселая, настраивает на позитивный лад. Вообще там дальше я покажу диджея. В общем, очень-очень весело, позитивно и ярко. Yeah.
много свечей красивой формы и приятные запахи, много керамики, как мы видим. Все это украинское творчество. Очень много, кстати, собачек было таких симпатичных. Тоже пришли на выставку и купить что-нибудь интересное. Меня очень привлекал, конечно же, столик с винтажом. Их было несколько, не так много, но все-таки много было винтажа с Европы. Вот, о, какой большой пес. Понравились тут мне несколько брошек. Одна брошка очень красивая, камея. Стоила она, я узнала, 800 гривен. И одна красивая веточка, тоже 650. Это просто, чтобы приблизительно вас сориентировать по ценам. Веселый диджей развлекал публику, но еще раз говорю, видео. Зеркало все в Авроре Бореалис. Любите Аврору Бореалис? Починалось, знаете. Можно сказать, еще люблю. Да, и все любят. Это как цена конструкции, бачите? Оно все складывается. И скидки такая краса? И 200. Да, подорожки, оно вам обачит. Сосиска 90 гривень. Нет, есть. Це наша випічка. У нас є повноцінний заклад на Подолі. І там ми маємо нашу пекарню. За кавусі. Як вона на Много винтажных предметов с Европы, это Англия, Польша,
и Швеция. В общем, много красивых на любой вкус и кошелек. Привет! Да, вот это 60-е годы, правда? Да. Класс. Дуже гарно. Сумочка, звичайно. Так, всередині чистенька, біленька. Гарна, да, є рідна штучка для зеркала. Це ж, мабуть, для дзеркальця, правда? Дуже гарна штучка. Да. Встретила свою хорошую знакомую, вот в Львине был такой столик с чудесными винтажными украшениями, с бусами, с листера, с дерева, очень много брошей, красивых браслетов, сумочки винтажные, это кружево натуральное, толстое, очень красивое. В общем, полный ассортимент красоты. Штука из зеркальця. Я такого не бачила. Думаю, боже, чи я села виключила така. Там багато чого. Супер. Не видно нічого. У мене все. Дуже допитала. Все це вспомнить. Ще брошки, я навіть не виставляла. Ні, треба виставити. Зараз це очі. Там, слушай, знаєш, скільки там молодих людей брошок? Воно глянь, скільки у мене є. А, це в мене парочка от таких. Да, воно настільки виходить щось таке пасхальне, таке пасторальне. Сьогодні на Ютубі покажемо вашу красу. Канал «Вінтажне вдохновіння». Опа! Подивлюсь, подивлюсь. А це та для кераміка приїде. Там всередині всі є ці бірочки, а це ж шовк натуральний, можна носити окремо як корсет. Така краса, таке поєднання кольорів. Скажіть, так. Нежнятинка такая. Интересно, какая у нее была тарелочка. Ну, а на сегодня все, дорогие мои. Жду ваших комментариев, лайков и подписки. Пока.